торговля. Ждут. Привет. Такого у меня много. Ты купаешься с умом. Спасибо за покупку. Если что, такие еще есть. Больше ничего? Мне уже пора. До встречи. Thank you.
Его успокоить? Я вот не могу. Успокоишь его? Тише, друг. Похоже, ты съел что-то, что не пошло тебе на пользу. Я закончу сагу и прославлюсь. А, как на лучшем из скакунов. Вперед к моей верной подруге! Если я не остановлю его, это сделают за меня. Побуду рядом, скоро он устанет. Живот болит. Не понимаю, почему. Сразитесь со мной! Стать частью моей саги – великая честь! Я не страшусь никого! Если на мой вызов ответят боги, пусть! Я покажу им свой гнев! Покажитесь, если осмелитесь! Интересно. Будешь продолжать в том же духе, кто-нибудь тебя прикончит. Ясно? Совершенно ясно! А теперь прочь, я должен исполнить свою судьбу! Мне что, придется тащить тебя обратно? На меня накатила волна усталости. Я так устал! Эх, видела бы меня матушка! Нет смысла спорить с моим наследием! Как сказал один мудрец, спорить все равно, что мочиться против ветра. Моя сага завершена! На зависть всем скальдам, что были до меня и будут после!
Твой скальд? Боги. Он мертв? Нет, хотя должен быть. В этот раз ему повезло. Брызни в него водой, но близко не подходи. Его будет здорово тошнить. Спасибо за совет и помощь. Теперь мой черед возиться с ним. Очень болезненный и медленный. А разбойники здесь жестоки. Как тебя зовут? Мэй. Эйвор. Почему тебе так важно это дерево? Из-за листьев. Отец сказал, что вернется домой, прежде чем упадет последний лист. И остался только один. А отца все нет? 6 недель прошло. С тех пор, как он ушел в Линкольн искать работу. Лучше бы он остался. Еще хоть на год. Он решил, что поля не взойдут, но мы бы постарались. Я знаю одно. Этот лист в конце концов упадет. Надейся на лучшее, но жди худшего. Если отец не придет, это не разобьет тебе сердце. А если вернется, вот будет радость. Не думала об этом. А ведь это такой простой способ жить. Правильный. Нужно жить дальше, с ним или одной. Спасибо, Эйвор. Храни тебя, Господь. Может быть,
Надо еще подождать, пока козы не заблеют или еще чуть-чуть. Продолжай жить, Мэй. Когда-нибудь все будет хорошо. Смотри, Сюнин.
Здесь только с той стороны. Ah!
Что там впереди? Что используют ревнители. Woo!
Что я говорю? Я в плену! Мне никак не сбежать! Я беспомощна!
злодей запер меня в этой душной башне! Умолкни! Ты хоть и леди, но теперь я твой властелин! Будешь делать, что я говорю! Я в плену! Мне никак не сбежать! Я беспомощна! О, спасите меня кто-нибудь! Хватит! Пощады! Найди другого героя, леди! Странно. Все кончено. Можешь выходить. Тарквин? Мой Тен! Что же случилось? Твой обидчик бежал. Какой-то он тщедушный. Что ты на самом деле тут делаешь? О боже! Это же просто игра. Забава. Мой Тарквин, как ты мог? Я думал, что тебя держат против воли. Но мы же просто забавлялись. О, боже. Ты правда решил, что я в опасности? И рискнул ради меня жизнью. О, ты так храбр. Так отважен. Что это за шутки? Стань моим воином! Кто знает, что ждет внизу? Мир полон жутких злодеев. Мне нужен защитник, крепкий и храбрый. Прошу, встань на страже башни. Тогда согласишься выйти? О, конечно же. Просто встань у двери. Тогда ни один негодяй ни за что до меня не доберется. Враг идет. Я не шучу. Тихо! Горе мне, дочери короля, что бежала из родного дома с отцовскими драгоценностями. А? Что же, надо бы ее проведать. Похоже, пора мне уходить. Ты еще там? Мой спаситель? О, боже. Yeah.